Всем привет, ребят. Мы на аккаунте моего подписчика Даниила с ником Supreme8. Сегодня у нас роллинг под Колю. Скажу так, интересные роллинги. Есть просто эпические, но все же получше, чем в остальные РЗ, что я бегал, роллил. В принципе, должно нормально быть. Так, находится свирепые комячки гильдии. Помню эту гильдию, первые места. Битва гильдии, атака фортов. Кидайте заявочки, вступайте. Беседа в WhatsApp. На экране все вопросы там. 18+. Вот так вот. Так, окей. Смотрим аккаунт. Донатный, бездонатный. Бездонатный. Накопленные самы. Отлично. Так. Что-то меня на архе все тянет и тянет побегать. Кого не хватает? Одера нету. Заклинательница, Анубис, Трифит, ПБшка, Ронин, Капитан Рогатка. Ну, в общем, отличный аккаунт, я вам скажу, как для бездона. У него неплохие еры. Так, Стрелок топовый, Ворожей. Отлично. Бигфут. Да, с талантиками, конечно, тут немножко напряг, но герой реально обалденный у него. Как для бездона, вообще супер. Окей, поехали. По 450. Сразу же, блин, недостающий герой, заклинательница. Ну, чё, поздравляю. Частично роллинг уже удался. А сейчас я еще гляну. Так, вот у него еще самики есть. У него там по героям вообще делается. Так, Стрелок. Давайте сразу же ее откроем. Отлично. Поехали дальше. Так, рандомчик. Ну и что ты нам скажешь, укротитель? Блять, ледяной феникс опять падает, но они просто преследуют меня, ребят. Это просто какие-то маньячелы. Блин, он у него есть уже, обидно. Но все равно поздравляю, у тебя уже их два. У некоторых их просто три. Жесть. Так. Королева Гарпий Рибит. Эти, по-моему, у него есть. Так, Ара, неплохо. Рино, отлично. Инка. Ну, что вам сказать, падает, в принципе. Заклинательница, Трифит, обалдеть. Просто обалдеть, ребят. Так, нам надо Бигфута выбить. Бигфута Одера. Блин, офигенный аккаунт. Смотрите, Рибит этот вытащили. Офигеть. Еще один имбаролинг. Рибит использовать. Сразу буду добивать. Так, поехали дальше. Рыцарь тьмы. Варлок. Давай, админ, панелька, тащи. Укротитель. Кенди. Кстати, Кенди сегодня тоже многим падает. Как-то я заметил, больше падают персонажи женского пола. Просто изи, ребят. Ну вот что вы на это скажете? Это просто вау. Сразу же одержимого достали. Седну достали. Ну блин, троечка сразу. Обалдеть. Чё, поздравляю, у тебя, по-моему, сегодня очень крутой день. Так. Такс. Что ты там мне должен будешь? Бгеман, Рогатка, Ронин, ПБшка. Вот так вот. И Анубис. Все. Это все, что ему еще не хватает на этом аккаунте.
Это, конечно, жестко. Пиздец. Просто пиздец. Других слов нет, ребят. Ронька. Жесть. Это какой-то читерный аккаунт. Обалдеть. Так, ну нам нужен Анубис. Анубис. Анубис, приди. Тебя ждут на этом аккаунте. Так, королева Гарпий. Ну, Бугича тоже неплохо было бы вытащить. Еще один Рину. Афина. Жесть, конечно. Атлантикор. Суккуб. Валентина. Седна. Ну, я вам говорил, что что-то тут не... Капитан Рогатка, блядь. Да уж. Жесть. Это просто аут. Капитан Рогатка. После таких сливов можете идти сливать свои основы. Жесть. Такого роллинга рыцарь тьмы. Ну что там у нас осталось еще? Анубиса сюда дотащить. Атлантикор. Ворожей. Я офигею, ребят. Просто аут. Как оно сейчас сыпет. Тыква. Имка. Ниндзя. Еще один одержимый. Отлично, повторки. Ведьма. Фух, блин, вот это было реально жестко. Смотрите, ему осталось добить Бугича. Все, донатные. ПБшка. И Анубиса. Все. Обалдеть. Как вам такой аккаунт, ребят? Вот это аккаунт затарен, конечно. Офигеть. Просто офигеть. Так, смотрим на героев. Так, Ронин, понятно. Заклинательница, Рибет. Рогатка, Трифит. Одержимый. Давайте талантик сменим. Бум. Просвет. Ну, кому-то захочет, кого качать захочет в первую очередь. Может тому влепить. Так, у нас, по-моему, все собрано по максималке. Если я не ошибаюсь. Да, максимальный коллекционер. За накопленные самики. Обалдеть. Талантики остались сейчас. Пооткрываем плюшки. Да уж. Вот это так роллинг. Роллинг-троллинг, однако. Я офигею. Такие герои вытащили. Тут мне так падало на 50 на сардельке. За 50 только самым. Не за 50, а за 50 самым. Так. На это он доберет потом. Так, окей. Поехали, пооткрываем. Давайте откроем карту. Нет места на складе. Так, это я тогда продам. Открою карту. Чик. Тесочка. А тут у нас будет... Железная воля восьмая, ну что я могу сказать? Это очень круто. Так, это тоже надо пооткрывать. Нафиг оно надо. А что тут? Сундук лава, мифический сундук лава. Ну ладно, открою. Место надо освободить. Вопрос для кого? Такс. Блин, ну что сказать? Поздравляю, у тебя теперь есть кого качать. Просто обалденные герои. Еще и повторки.
Так, и что там у нас поменялось что-то с акцией «Выращивай призы», «Бинго», «Кузнеца». Да уж, ребят, пишите комменты, что вы думаете, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока, всем такого же дропа. Я побежал ролить дальше. Поздравляю!